Всем привет, всем добрый день. Я сегодня получила свою первую посылочку, наш совместный заказ с девочками, кто заказывал на Карель. Это еще первая волна. И это с этой первой волны пришла только одна посылка, вторая еще не пришла, поэтому я не знаю. Мы сейчас ее вместе распакуем, посмотрим, что же пришло в первой посылке. И я потом буду смотреть, смогу ли я кому-то уже полностью весь заказ сформировать, или нужно будет ждать, пока к нам придет вторая посылка. Вторая посылка сейчас находится на границе. Как долго она там будет находиться, я, к сожалению, не знаю. Что еще вам хотела сказать? Я заказала себе два каталога. Один на немецком языке, один на русском. Ну, в принципе, я для себя заказала на русском, а Карина попросила у меня на немецком. Потому что ей, ну, как и многим другим девочкам, те, которые помоложе, им на немецком языке читать и получать информацию намного легче. Количество каталогов, в общем, я заказала еще каталоги на немецком языке. Насчет русских каталогов я пока не знаю, мне еще не ответили. Но я думаю, что какое-то количество их тоже будет, но количество очень и очень ограниченное. Поэтому могут приобрести у меня каталог, по крайней мере, на немецком языке. Я знаю, что их будет в пределах 7-8 штук. Всего, да, всего. Они недорогие, они стоят там совсем немного. Мне потом полностью всю информацию напишут. Ну и плюс еще пересылка. Ну, пересылка будет там ойра 60 стоит. Не ойра 60, а одно ойра 60 центов. Ну, потому что я такая маленькая. Книжечка, такой маленький каталог. Поэтому спрашивать у меня могут только те девочки, которые зарегистрированы и хотят получить как можно больше информации. Может быть, это им поможет для дальнейшего развития своего, ну, такого пока что небольшого бизнеса. У меня есть такие девочки, которые уже решили продвигать свои линии и на этом зарабатывать, делать себе пассивный доход, поэтому я думаю, что для них это будет, там как раз такие более такие помоложе девочки, чем я думаю, что им как раз будет в помощь такой каталог, чтобы можно было на том языке, на котором им ближе, получить всю информацию о каком-либо продукте. Я прям сегодня зачиталась с утра, я сегодня уже работала, и в это время, пока у меня машинка вышивала, я сидела и читала каталог. Здесь все очень подробно написано. И про спирулину, и вот, пожалуйста, и кальций, и кальциум. В общем, о всех продуктах. На российском сайте больше продукции, чем на немецком сайте, поэтому этот каталог намного информативнее, скажем так, чем немецкий. Немецкий у нас, ну, в принципе, все, что вы видите у нас на немецком сайте, все описано в этом каталоге. Я, естественно, тоже полистала. Так, ну что, будем открывать вот эту посылочку. Кого заинтересовали каталоги? Пока я еще не имею информацию, я думаю, что на следующей неделе у меня уже будет более подробная информация, каких каталогов и сколько я получу. И потом в группе напишу, какое у меня количество, но и потом буду распределять, кто захочет какие каталоги. Ну, я, конечно, буду это делать тоже выборочно, да, именно для тех девочек, которые хотят работать, они, естественно, получат в первую очередь. Ну, если они, конечно, захотят. Так. Распаковываем. Ну, даже я скажу так, я сейчас распакую и затем вам покажу содержимое. Мне самой, да, интересно, что же пришло в первой посылке и что нам придется еще не знаю сколько ждать, которая придет во второй посылке. Те заказы, которые вот я сейчас собирала буквально на днях, заказы я все сделала. По-моему, мне деньги все оплатили. Я уже тоже оплатила ту посылку. Ее, знаете, там какая фишка есть? Они в воскресенье не оформляют заказы, поэтому, в общем, на днях оформится этот заказ и улетит в Корею. И потом будем ждать, когда придет у нас следующий заказ.
про зубные щетки, электрические зубные щетки и скин-бустеры. Если у кого-то еще есть интерес, то пишите. По-моему, там всего нужен только еще один скин-бустер, по-моему. В общем, не знаю. Если что, пишите. Если вдруг будет больше, то, возможно, просто-напросто закажут не одну посылку, к примеру, а две посылки. Так. Все, вроде бы так рассказала, немножко такие новости. Кому это видео будет неинтересно, можете просто-напросто выключить и не смотреть. Кто захочет посмотреть именно то, что касается этого бренда, зайдет в этот плейлист и посмотрит. Также здесь я внизу оставлю, как можно присоединиться в нашу группу. Кто захочет зарегистрироваться, оставлю все, что нужно для регистрации в ней, номер телефона. Это, пожалуйста, пишите мне на WhatsApp, и я вас потом по времени, да, буду распределять, потому что желающих много, и иногда у меня 3-4 человека там ждут, пока я потихонечку всех зарегистрирую. Регистрация длится недолго, всего 10 минут, ни к чему не обязывает, вообще ни к чему не обязывает. Вы можете просто самостоятельно делать для себя заказы. Сколько я сейчас беру заказов, скоро это все прекратится, и кто захочет пользоваться этой продукцией, будет просто-напросто сам заказывать. Поначалу мы делали вот эти вот коллективные заказы, чтобы нам была пересылка дешевле. Теперь я уже разобралась, как можно каждому заказать самостоятельно, даже если это небольшой заказ, и получить пересылку за 5 евро. У меня есть видео на канале, но, может быть, я еще потом сделаю в таком формате специально для этого плейлиста, чтобы было всем, ну, более понятно, как это все делать. Все, открываем посылочку, смотрим, что же нам пришло на сегодняшний день из Кореи. Ну что, начнем? Вот такой вот кофе. Здесь 100 стиков. Потом напишите, пожалуйста, отзыв, как он вам понравился или нет. Вот прям отзывы читать очень мне интересно. Вот такой вот наборчик. Плохо видно, наверное. Такой вот набор. Это для отпуска. Я заказала себе здесь. Ну, сейчас покажу вам, что там внутри. Я заказала себе. И еще у меня такой же набор есть, который заказала, ну, точно такой же набор, который заказала моя подписчица. Свой я могу открыть, чужой я не открываю, я уже говорила. А свой я могу открыть. Здесь такая, сейчас открою, симпатичная, прям очень симпатичная, как бы так показать, чтобы было получше видно. Здесь прям выдавлено, я не знаю, наверное, не видно. Ладно, выдавлена фирма Atomy. Такая косметичка для нашей уходовой косметики. И вот здесь вот полностью в миниатюре весь этот набор, который вот у меня, которым я пользуюсь утром и вечером. Это не только дневной набор, это набор для утра и вечера. Вы пользуетесь на постоянной основе. Это весь этот набор в миниатюре. Очень-очень удобно брать с собой в отпуск. Не правильно же? Сейчас открывать не буду, чтобы не шелестеть. Все. Просто-напросто шикарно. Я сейчас специально не говорю цены никакие, потому что цены на продукцию меняются в зависимости от курса доллара. Там может быть плюс 2-3 евро больше, плюс 2-3 евро меньше. В общем, как-то так. Так, это я открыла, это я уже убираю в сторону. Яблочный фенон. Это тоже заказала я себе. Когда я заказывала, я у нас в группе скидывала и писала: девочки, я себе заказала яблочный фенон. Может быть, кто-то еще хочет. Никто больше не вызвался. Я себе заказала такие вот две коробки. Мне прям очень хочется попробовать прям сразу. Это нужно 2 стика в день. Он убирает жир с наших внутренних органов. В общем, я буду пробовать. Мне прям очень интересно, насколько он эффективен. Так, возьму ножницы, открою, не открывается. Смотрите, вот такое вот желеобразное.
Очень вкусно. Прям ешь, и такое наслаждение. Скоро вообще перейдем на всякие разные стихи, даже никакую продукцию потом больше не захочется есть. Ладно, я не буду вас дразнить, доем потом. Так, это тоже мои. Так, вот такой вот набор для... Что здесь написано? В общем, это какой-то набор для волос. За уходом для головы. И это не мое, открывать не буду. Солнечный стик. От солнца такой стик. Кому интересно, я попрошу информацию вам, если что, сброшу в группу. ББ-крем. Так, это все не мое, поэтому я не открываю. Это гель. По-моему, для интимной гигиены. Так, что у нас вот это? Это масло Джоба. Я всю информацию выставляла в группе. Девочка заказала. Так, что у нас вот это? Это у нас эссенция. Ну, в общем, нужно будет потом еще разобраться, кто что заказывал. Варежка, такая рукавичка, знаете, для тела. Убирать ороговевшую кожу. Ну что, кушон. Кушон заказала я. Кушон это для меня. Я точно не знаю, но, по-моему, вот это вот запасной кушон для моего кушона. В общем, я так предполагаю, нужно будет еще уточнить. Так, ну ладно, мой кушон я могу открыть. Все так хорошо запечатано. Это золотой кушон. Вот такой вот. В общем, знаете, я не совсем уверена, все ли это мое, поэтому я пока что ничего открывать не буду, потому что запасник здесь лежит. Нужно будет разбираться по заказам, а то вдруг сейчас открою что-нибудь, и это не мое. Так, поэтому сначала разберусь, потом буду открывать. Но я точно знаю, что я себе заказывала вот такой вот кушон номер 4. Когда буду пользоваться, покажу вам, ну, более поподробнее. Так, вроде бы я вам все показала. Вот такая вот у нас сегодня посылочка из Кореи. Кто хочет зарегистрироваться на сайте, я уже сказала, регистрация бесплатна. Ни к чему она вас не обязывает. Вы не должны покупать какой-то стартовый пакет. А еще был такой вопрос. Когда люди заходят на европейский сайт, это на любом сайте так, на корейском, на русском, на любом, стоит цена, а внизу синим прописаны пункты. И очень многие спрашивают, что это такое? Это тоже какая-то цена или что это за пункты? Девочки, это пункты, которые нужны для вашего пассивного заработка. Но если вы не переделываете свой аккаунт в бизнес-аккаунт, вам эти пункты ничего не приносят. Эти пункты со временем просто сгорают. Эти пункты превращаются в дальнейшем в деньги. И это наш пассивный доход от компании Atomy. Поэтому, кто хочет зарабатывать от этого бренда и наслаждаться этой продукцией, вам просто нужно сначала зарегистрироваться как покупатель, в дальнейшем перерегистрировать свой аккаунт на бизнес-аккаунт, работать и зарабатывать деньги. Все, вроде бы так. Вам объяснила так, ну, кого более подробно интересует, что и как. Может быть, из тех девочек, которые у меня уже зарегистрированы, одна уже переделала свой аккаунт под бизнес-аккаунт. Может быть, кто-то еще хочет переделать свой аккаунт под бизнес-аккаунт. Пишите мне в личные сообщения, я вам скажу и покажу, что нужно для этого сделать. Ну и скажу, конечно, критерии, по которым вы можете в дальнейшем зарабатывать. Сначала нужно выполнить, естественно, ну, небольшие критерии, но, в принципе, собрать только пункты.
А потом вы можете на этих пунктах зарабатывать, строить свои две ножки и зарабатывать свой пассивный доход. На этом я буду с вами прощаться. Всем пока-пока и до завтра, мои хорошие.